заниматься. Ну, ими не так сложно заниматься. Ну, дети, вы сначала должны научиться, а потом начать танцевать. Музыкальность – это баланс, это физическая подготовка, это эстетическая форма движения, это все в совокупности. То, что определяет любого танцора, неважно в каком виде хореографии, это как бы оценивается. Дети должны тренироваться каждый день. Время для тренировок, конечно же, после учебы. Но чем больше, тем лучше. Максимальное количество уроков, тренировок, силовых всяких, посещений, фитнес, хореография, классика. Ну, в общем, максимально. Нужно этим жить, чтобы добиться какого-то результата.